Депутаты обратились в Госдуму с законопроектом о полном запрете курения электронных сигарет в школах страны. Пока такой запрет действует только на территории Красноярска. Управление образования ввело его месяц назад. Это произошло с подачи городского депутата и по совместительству директора школы номер 86 Марины Малышевой. В начале учебного года она заметила эту опасную тенденцию. Школьники стали приходить в образовательные учреждения с устройствами для вейпинга. Это увлечение стало повальным среди старшеклассников. Учителя забили тревогу, ведь совершенно непонятно, что за состав у жидкости, которую используют при вейпинге. Электронные сигареты в школах запретили, устройства изымают и передают родителям, а со школьниками проводят профилактические беседы и специализированные уроки. Самое удивительное, что многим ребятам эти приборы приобретали родители, считая, что такое увлечение безобидно и не опасно для здоровья. Родители сами не против, и зачастую они оперируют той же информации, которая есть, собственно говоря, в средствах массовой информации. Ну, не вредно. И родители идут на то, что, ну и что, даже была одна мама, которая сказала, я видела, да, ну а что особенного, а что я ему сказала, я не могу его поругать. Ну, вот тут, конечно, мы вместе с родителями вступаем в один фронт, мы должны детям внушать, что этого делать нельзя.